Витамины совет. Я помидор бываю красным, бурым и неспелым зеленым. Веточки у меня зеленые, а цветочки желтые, душистые. Я расту на кустиках в огороде, а лучше в парнике. Меня любят все люди, потому что я вкусный, сладкий, и во мне много витаминов. Я дарю людям силы и прибавляю энергии. А еще я повышаю настроение и избавляю от стресса. Овощи полезны, овощи вкусны и для человека круглый год нужны. Я лучок расту на грядке, кусайте меня, ребятки, витаминами богат, в суп залез, всегда я лад. Жили-были в огороде 7 братьев чесночинок, и пора их было вытаскивать, и пошли они жить в дом. Однажды в том доме заболели детки. Знали об этом 7 братьев чесночинок и сказали: мы знаем, как вам помочь. Повесьте нас над своими кроватками и кушайте каждый день по долечке. И все микробы бегут от вас. Послушали дети чесночинок, сделали все, что они говорили, и выздоровели. Сажают детки у себя в огороде теперь много-много чесночка, чтобы помочь себе и другим. Если ты хочешь день бодрым прожить, зарядки его начинай. Все, кто из дома, с экраном зови, движение за нами повторяй. Давай-давай, зарядки день начинай. Сегодня тебе понадобится мяч. Привет, дружок! Я рада, что ты решил заниматься спортом вместе с нами. Сегодня нам понадобится мяч. Если его у тебя нет, то возьми любимую мягкую игрушку или небольшую подушку. Нашел? Отлично! Вот первое упражнение. Ходьба на месте. Но мы будем не просто идти, но и держать мяч перед собой, а потом над головой. Вот так. Ну что, ты готов? Тогда начинаем! Раз, два, три, четыре, 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 раз, два, три, четыре. Все! Молодец, дружок! А теперь следующее упражнение. Встань прямо и подними мяч над головой. Сделай круговое движение туловищем сначала влево, а затем вправо. Отлично! А теперь все вместе. И раз, два, три, четыре, 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 раз, два, три, четыре. Замечательно! Чтобы сделать следующее упражнение, надо сесть на пол. Дружок, зажми мяч между ног и ложись на спину. Медленно поднимай и опускай ноги. Смотри, не потеряй мяч. А теперь вместе с нами. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, два, три, четыре.
раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Закончили! Замечательно, дружок! А закончим мы нашу зарядку особенным упражнением. Это упражнение для хорошего настроения на весь день. И выполнить его очень легко. Просто танцуй и прыгай в свое удовольствие. Улыбки нести. Радужный, радужный день. Радужное настроение. Радужный, радужный день. Шутки, веселье и пенье. С радугой вся мы станем добрее. Друг другу подарим улыбок, цветы. За руки вместе. Thank you.